Вот здесь вот на месте вот этой Ленинки, которая так выстроилась еще в 37-м и так далее, здесь было несколько городской храма, мне просто спросят, не работала, поэтому вот только сегодня входим, я сказала, 70 лет, она не ремонтируется. Вот это основное здание, мы с колонной остались. Это здание пошло, очень богатый человек, мы сейчас говорим, новый русский, решил построить себе усадьбу. Пригласил самого раскрученного такого известного пожилого Василия Ивановича архитектора, и в 1754, вот 1758 4 года было построено это чудное здание, самое красивое не только в России, в Европе. Это стиль Петелинки, вы видите, вот если вы были в Подзыве, там вот эти города, где вот царские наши были, дворцы, вот это вот стиль Петелинки. Они не могут посчитать, потому что подняли еще 4 этажа. Было очень сложно здесь что-то делать, потому что тут одна идет вот эта дорога. И без, в общем, долго-долго-долго согласовывались через место, как с КГБ и так далее, чтобы можно было хоть сунуться как-то. Поэтому вот 90% айсберга это под землей, а здесь вот эти здания просто так. Самое страшное было суметь втиснуться, переделать там все. Пошли, вы заметите. Вот это въезжала карета отсюда. Там их просто музалы, они такие комнаты, где хранится это все. У них свое хранилище,
Читальный зал, я же про них говорю. А так, естественно, наш самый брендовый зал, это третий зал, сейчас его ремонтируем, почти 500, 400. Thank you.
в этих залах вот, была коллекция живописи, а наверху гравюрные мастерские и писали письма, ну, Сидоров, он был прекрасный. И вот вырыли за одну секунду слова огромные. Мне же, помните, холм какой-то, ну, когда ты посвящаешь просто. Вот так вот был таким холмом, который вот к нашим конюшням, там, это же усадьба Шаховских, потом князья, все-таки красильщики в Москве перекупили. А как это князья Шаховские, это роскошнейший особняк, мы его тоже вот отремонтировали. В основном это делала еврейская вся эта вот братья во главе с Сатановским, ну там деньги и наши, и они. Поэтому вышли из зоны, коллекция здесь хранит, и бежит в Шанзане. Там 18 зал китайский, японский, еврейский, монгольский, бангладеш, юга, вся Латинская Америка, вот так вот, арабы, все арабские залы. Вот, да, это библиотека. Что можете зайти? Конечно. Но если вы читатель библиотеки, вы можете зайти куда угодно, кроме отдела рукописи. Тут письмо надо. Сюда вы заходите через Евро. Я вас снова покажу. А здесь вы просто заходите, показываете свою рукопись, раздеваетесь и идете сами, какие вам надо. Вот когда бомбили там все эти арабские Багдады, все это, они же сюда приезжали, копировали наши документы. Потому что есть зал Бангладеш, зал сирийский, барак. Ну, в общем, все, вот весь Восток здесь, короче говоря. Скажите, а вот этот парадный вход, он там не работает? Входа никогда здесь не было. Значит, по истории, сейчас вот сделали вот эту лестницу, это чтобы уравновесить метро Боровицкое, как это делали как-то. А так, здесь ни одной двери с этой стороны нет. И с этой стороны был пруд огромный, сад, потому что в то время, в 18 век, было принято со всего мира свозить экзотических животных и устраивать райские сады. Вот я очень тесно дружу с бароном Фальцфейном, это вот Аскания Нова, на вилле у него живу, сейчас ему 100 лет было, в Лихтенштейне. Так вот, оттуда это все идет, у них тоже был огромный, вот Аскания Нова, это огромный зоопарк, потому что было принято свозить животных. Так вот здесь вот эта усадьба была, она была за громадным забором, таким красивым, очень чугунным, тоже загорожена. И кареты подъезжали, и москвичи приезжали любоваться через забор на райских птиц, на лебедей, на животных, которые здесь разгуливали и спускались вот туда, к Москва-реке. Это сейчас-то уже как-то все так вот скомпоновано. Ну, я рассказывала, что построили какой-то гигантский дарик. Ну, депозитарий. Депозитарий, а сейчас? Ну, вот я говорю, идет
философский съезд. Ну, меня всегда кидают грудью на всех самых таких вот, потому что трудно меня забить вопросами, поэтому вот меня кидают. И я сойду с философами и им говорю: вы извините меня, вот я вам показала бы крем и все, но сейчас стоит забор, это наше больное место, знаете, как больно. Ты вот подходишь, этого вида нет, и только стоит красный железный забор 5-метровой высоты. Там, говорю, черти что творится, это был ноябрь месяц. Лужкову убрали в ноябре, и через 3 дня, как пришел наш новый мэр, я вот как раз и где-то через несколько дней веду эту команду, и вдруг мы сюда подходим, и забора нет. И вот один из философов говорит: да как, а где забор? Я, говорит, тут проезжал 100 раз. Я сама смотрю. Значит, льет дождь, вот тут вот стоит машина огромная, заложенная вся квадратами с травой. Вот тут вот в желтых ярких накидках гастарбайтеры, человек 50. И в грязи вот там завалили все глиной за ночь. Фундамент, который уже был начат строить, завалили эту кучищу всю. И он там стоит где-то на середине, по колено в грязи, в сапогах. И ему, как в ГУЛАГе, вот это когда строили, вот это Беломорканал, передают под дождем вот эти вот траву. Вот такие вот квадраты, вот такой толщины. У него нет среднего, все крайности. Да. И вот он уже выложил несколько полосок, и мы вот так встали, разинув рот. И я уже не знаю, о чем говорить. Я говорю: нифига себе, один там даже вообще высказался по-русски. Я говорю: ребят, они говорят, вот так делается история. Я говорю: вот это ваша философия, все ваши. А вот, пожалуйста, зарыли миллионы. Пришел новый мэр, сказал убрать за ночь фактически. Смотрите, я же скажу, я жила тут в однобинке, когда я еще училась в школе, вот здесь стояли бараки, жили мои однобинки. И здесь была аптека, я еще помню. Аптека была, да. И гора была такая, холм был. Да, нет, дома стояли. А, я уже видела, когда был, знаете, зеленый холм. Вот, вот это все, это... Прям гнездок за ночь снесли все дома. Вот, я его встречала. И утром тут цвели. Да, трава. Да. А потом, да. А потом вот этот холм вот такой, здесь был такой вот пригорок. В итоге весной приходим, все это рухнуло вниз, ну как, опять там засыпали, снова сделали. То есть вот этот вот фундамент, он еще будет очень долго, это глина. Ну как вот хоронишь там, что с могилой. Ну пойдемте, ради чего хотите, пойдемте. Хотим, конечно. Так что вот а здесь на глазах. Какие-то? Здесь все время съемки идут. Ну, это платные. Чего? Фильм? Да, вот здесь, да. Съемки. Ой, вы знаете, вы снимают. Да ну что, я уже говорила, что никаких балов не было. Тут у нас уже ничего не запятывали. Нет, здесь съемок войны и мира не было. Это дело не приятно. Наши люди и наши триверки. Вот давай. Ну а почему вы это боитесь? Мы кто можем сделать? Ну какой макет? Ее же включили, она красивая. Вот эти абсолютно все светильники, вот это все по старым. Видите, вот тот 18 век, бежевый и белый цвет, вот эти вот два цвета. Ну пойдемте наверх, хотите, поднимемся. Мне не жалко. А идите. Полисим, да, барон Эдуард Александрович. Если у тебя большая вышла, уже знаю, я часто так видела банки раскручены. Да. Ну, Маш, балкон, конечно. Но это, видишь, они не создавали, не заставляют плохие. Thank you.
Ладные мероприятия, коммерческие, очень дорогие. Они как не обязательно, это все, вот как бы для нас, для тебя, конечно, но структура дальше сам, водитель играет с тобой у нас. И доходы другие, вам не достаточно. Ну, опять же, в чем европейская, итальянская, они Рембрандта выставили там много картин. От наших, да, Бахс, Гончарова, вот эти были художники. Я просто еще дружу с Никитой Дмитриевичем Лобановым Ростовским, который вот как раз коллекционер, миллионер театральной живописи. Вот его тоже будут награждать 30 марта. Да, вот телевизор увидеть этот зал. Федоров, мой генеральный президент, будет награждаться. Это фонд Нобеля возродили старинную Нобелевскую премию 1987 года. Даже многие было. И один из них был нефтяник. И он создал нам нефтяную промышленность в стране. И у него было своя премия. А тот Нобель, который мы знаем, у меня муж ученый, говорят, большой кто-то. Он муж, отец Лазарь, отец нефтяник, уже стал. Все премии мира, это был Нобель. Так вот, тот Нобель, куда я ездил, это так, муж, и вас, и начали, и другой. И вот эти годы между собой говорится. И вот будет знать, что порой кольцо не нужно. Останки, хотя реально это, эти останки, это еще было 12 лет назад доказано. Но развезли по всем странам, чтобы независимая экспертиза была. И уже все собрали. Так вот, барон, когда ему привезли вот эту вот премию, все отказались. И Романовы тоже там все ругаются. Но вот 20 февраля у меня уже есть приглашение, даже мне прислали. В Санкт-Петербурге будет первое 400 лет дома Романовых уже в этом году. 20 февраля будет огромная конференция в Санкт-Петербурге, съедутся все соотечественники,
А я просто с ними со всеми общаюсь с первого дня, как вот пригласили их в Москву тогда еще, МИД, Лужков. И все это будет транслироваться. Но будет панихида в Петропавловской крепости. Я-то все жду, когда туда положат и Алексея с Марией, но мне сказали, этого не будет, пока Кирилл там никак не может разобраться. То есть так они в сейфах лежат в генпрокуратуре.